во многих странах снимают ограничения, связанные с эпидемией, пандемией коронавирусной инфекции. Прежде всего, конечно, и это понятно, это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли. Все понятно, но в некоторых государствах, которые сняли уже вроде бы в связи с улучшением ситуации определенные ограничения, приходится возвращаться вновь к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы это тоже видим, это происходит как раз на наших глазах. Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, с санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению. Насколько я понимаю, и по имеющейся у меня информации, мы еще не всех вывезли наших граждан, которые хотели бы выехать на родину, в Россию, но застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с пандемией. И вывозные рейсы до сих пор организуются из различных стран мира.